Всем привет, дорогие друзья! В эту пятницу, 22 декабря в 19:00 по московскому времени, состоится последний стрим этого года. На нем я расскажу о том, как смонтировал фильм, снятый в Штатах, который показали на большом экране в Нью-Йорк-Сити. Также в эфире будем обсуждать лучшие фильмы уходящего года по номинациям: лучшая работа оператора, лучший монтаж, лучшая режиссура, ну и, конечно же, лучший фильм. Ну и, как всегда, теплая ламповая атмосфера с ответами на ваши вопросы и душевными разговорами о кино будет по традиции присутствовать на протяжении всего стрима. Так что в эту пятницу, 22 декабря в 19:00 по Москве, жду вас всех. Ссылка на стрим в описании видео и по подсказке. Включайте все уведомления, все будильники, мудильники и напоминания, чтобы не пропустить, ведь будет невероятно круто. Кстати, кто увидел отсылочку в моем блоге к одному фильму, пишите в комментариях. А так жду вас всех на стриме.